боже мой! О, как дела? Кейси! Знаете, я пытаюсь заснять этот момент, когда станет 5 миллионов, но я должен жить. Мне есть чем заняться, я должен выйти из этого номера. Что же у нас там? 4 миллиона. Нет, мне не все равно на это огромная честь. Но я просто не могу сидеть и ждать, пока оно... Спускаемся. Нэшвилл, Теннесси! Я здесь, в Теннесси, и я буду давать речь на одном мероприятии под названием «История». Оно об истории. Этим утром я должен был быть там 10 минут назад. Перед тем, как оказаться там, я должен немного подышать воздухом, оценить хоть немного город. Я был раньше в Нэшвилле, но уже прошло некоторое время. Большая часть истории этого города связана с музыкой, в особенности кантри-музыка. Любой город, в котором его история настолько сливается с культурой, замечательный город. Я должен ехать сейчас на мероприятие. Больше не страдаю фигней. Хотя я хотел бы пострадать. Как идут дела? Привет, отлично. Когда ты говорил, что здесь отличные коридоры для катания на скейте, ты знаю. Не врал. Езжай за мной. Где же твой бустерборд? Да, я знаю. Это Карли, он начинает. Эй, Кейси, приятно познакомиться. Привет, Кейси. Я Сэм. Спасибо. Кейси, итак, мы можем подключить ноутбук? Да. Вау, а здесь круто. Да. Пропустил. Я пропустил. Что ты пропустил? Ну, я достиг 5 миллионов подписчиков. Это круто! Мои поздравления! Я поставил камеру перед компьютером и где-то час ждал в отеле. Когда было где-то 820, мне нужно было идти, была репетиция. Знаешь, что забавно? А сейчас я включаю, пропустил! Окей, сейчас они открывают двери и всех впускают, а я иду и прячусь за кулисы, вернусь, когда мне скажут. Как дела? Это камера Кейси Нейстата. Как дела, бро? Рад встрече с тобой. Кевин здесь. Кевин уже здесь. У них там совещание. Так что вместо этого у нас выйдет Кейси Нейстат. И он пробудет там до перерыва. Мы подадим сигнал той женщине, чтобы вывести все на экран. Все улажено. Да. Окей. Начало примерно через 40 минут, 45 минут. Да, так и есть. Хорошо. Вы должны увидеть эту гримерку. Здесь есть душ. А это как бы главная комната. И посмотрите на это. Конфеты. Я думаю, они пытаются мне что-то сказать. Я чищу свои зубы как минимум два раза. Обычная зеленая комната для таких разговоров, что-то вроде гардеробной. Но это место великолепно. Знаете, пару людей говорили мне, вру, много людей говорят мне, когда встречают меня, типа, «Эй, ты намного выше, чем я думал». Мне, конечно, никто не советовал стать профессиональным баскетболистом, но мне и не говорили, что я низкий. Заснимешь меня, когда я туда выйду? Ну, постараюсь сделать в лучшем виде. Не, тряси камеру. Окей. Без давления. Я верю в тебя. Спасибо, Кейси. Hello,
Он вышел не в то время. Я выхожу сейчас? Когда захочешь. Сейчас выходить? Только не начинай говорить, пока другой не уйдет. Иди сейчас. Сейчас? Иди. A few moments later. Спасибо, ребята. Мне понравилось там. Правда? Да, только что говорили о тебе. Ты серьезно? Да. Ты пропустила это? Сказала ей, что мы говорили о ней. Да. Я же сидела в комнате к себе, моя подруга Сара. Да, а потом углубился. Я починал. Вот и все, я закончил. Все прошло быстро, у меня было только полчаса. Отличная аудитория в Нэшвилле. Сейчас у нас будет meet and greet, или что-то вроде этого. Ладно, погнали. Итак, заканчивается meet and greet. Это мероприятие было обалденным. Замечательные люди, замечательная организация, и зрители были просто обалденными, очень заинтересованы. Я выхожу из отеля и еду в аэропорт через 1 час и 39 минут. Я должен выйти сейчас, потому что все, что я вижу, это конфеты и ореховые леденцы. Я полагаю, это все, что едят в Теннесси. Сейчас я пойду исследовать. Исследовать по-настоящему. У меня есть 1.5 часа. Мой рейс в 4:05. У меня есть немного времени. На самом деле, я не знаю, что делать в этом городе. У меня есть одна подруга, которая живет в Нэшвилле. Я написал ей, надеюсь, мы встретимся, чтобы у меня был увлекательный тур до того, как я поеду в аэропорт. Если нет, то я просто буду кататься на бустедборде. Я на это не жалуюсь. Как дела? Как вы, парни, узнали, что я здесь? Мы увидели тебя через автобус. Мы были в автобусе. Я увидел тебя. Это Кейси Нойстед. Парни. Да-да-да. Значит, вы ехали на автобусе и увидели меня? Я написал своему приятелю. Эй, это Кейси Нойстед. А он сказал, да это он. И вы бежали в гору? Могу я пожать тебе руку? Как дела, чел? Мы увидели тебя. Рад встрече, ребят. Рады встрече. Пока-пока, Кейси. Пока-пока. Пока, ребята! Сколько дружелюбных лиц в Нэшвилле! Катаюсь на другом конце города сейчас. Встретил парня по имени Остин. Как дела, Остин? Хорошо, как у тебя? У него тоже есть скейтборд. Сейчас мы поедем на вот тот мост. Прямо здесь или вот те ступеньки? Те ступеньки! Здесь ты будешь быстрее. Эта штука весит 13 кг. Я проигрываю, потому что у него пенни. Я сказал, что он не сможет идти вровень со мной, но когда дело касается поднимания по лестнице, я победил его! Я не могу соревноваться. Догоняешь? Пытаюсь. О, и это закрыто для машин? Да. Чувак. Я на 2 секунды раньше начну, хорошо? На старт, внимание, марш. Одна сотня, 2 сотни. Достойные старания. Ты точно больше двигаешься, чем я. Я пытаюсь. Вау, это очень круто. Нэшвилл иногда может быть крутым. И он всегда был закрыт для машин. Ладно, у меня есть где-то 40 минут, а потом я должен пойти собираться. Нет, у меня есть 20 минут, а потом я должен идти собираться. Моя подруга заедет за мной в отель, чтобы забрать меня в аэропорт. Остин, я должен идти. Рад встрече. Увидимся. Увидимся. Вот где отель, вон там.
Пытаюсь сейчас все собрать. Моя подруга Дейша снаружи ждет меня. Она отвезет меня в аэропорт. Быстрая проверка и иду. Хорошо. Все хорошо. Только что узнал, что мой рейс задерживает на 1 час и 20 минут. Немного отстойно. Это Дейша. Она мой водитель. Ты готова отвезти меня в аэропорт? Я готова. Ладно, погнали. Пока. Спасибо, что подбросила. Пока-пока. Рад был повидаться. Пока. Пока-пока. Эй, ты ютубер? Да, в чем дело? Я увидел тебя. Я Кейси. Я подписан на тебя. Замечательно. Рад встрече. Регистрация. Кейси Найстед. Я уже зарегистрировался. Острые предметы, оружие, иголки и тому подобное. Нет, сэр, там лишь скейтборд. Очень большой скейтборд. Да, очень. Скейтборд прошел снова, мне это нравится. Две вещи. Первое. Не лично я достиг этих 5 миллионов. Ничего подобного. Это мы достигли 5 миллионов. Спасибо вам за это. Спасибо за то, что подписываетесь и продолжаете. Ну, спасибо. Спасибо вам за подписку. Это значимо. Значимо для меня. Обычно я делаю специальный ролик. Ролик в честь 5 миллионов. Но я в разъездах, и это случилось так быстро. Спасибо. Номер два. Вчера мой друг Марлин и парень из UPS Delivery были во влоге. Ему нужна была помощь. Мы создали эту страницу, и было просто безумно. Мы ожидали вот столько, там так много денег, это возмутительно. Я просто хочу, чтобы вы знали, мы с Джеком и Марлином найдем правильное решение, чтобы все эти деньги пошли на благо. Потому что мы превысили то, сколько нам требовалось. Превысили, да. Я хочу убедиться, что они действительно пойдут на хорошее дело. Спасибо. Ваша щедрость потрясающая. Иногда сложно увидеть, как ваша щедрость может повлиять на людей, когда вы вносите пожертвования или помогаете людям в нужде. Но это все только, чтобы помочь одному человеку. Я скажу вам, что мой друг Марлин, он удивительный человек, и его жизнь станет намного лучше. Он увидит своих сестер благодаря вашей щедрости. И это важнее для меня, чем 5 миллионов подписчиков. Я должен был быть дома 2 часа назад. Франсин уже спит, и я ее сегодня не увижу. Это плохо. Холодно, мокро, идет дождь. Замечательно возвращаться в Нью-Йорк. Я должен сесть в Uber. Как дела? Привет, я Кейси. Привет. Боже! Ладно, ты знаешь, куда ехать. Переведено и озвучено студией Tremple. Ты проверяла бустедборд или ты просто несла его? Я несла его, это было уже. Он был в чехле? Нет, просто в коробке. А ты как делал? Нет, я нес свой в руках, это было трогательно. Я рад, что у тебя есть свой.